теплый, радостный праздник Рождества Христова. Я всех вас поздравляю с этим замечательным, светлым праздником. И к этому дню мы приготовим вот такого рождественского ангела, который принесет счастье, радость, тепло в ваш дом. Для изготовления такого ангела нам потребуется 2 квадратика. Один 15 на 15 сантиметров, другой 10 на 10. Можно сделать и другие размеры. Также потребуются ножницы, нитки, ватка или другой наполнитель, тесемочка какая-то. И для украшения могут быть пайетки, стразы или еще какие-нибудь украшения, звездочки, снежинки или что-то другое. Начинаем делать ангела. Берем большой квадрат и сгибаем его пополам треугольничком. И делаем внутри голову. Вставляем ватку. Делаем плотно, чтобы не было видно складочек. Как можно меньше складочек. И ниточкой обматываем кругом голову. Делаем несколько виточков, а потом делаем закрепочку. Можно закрепочку делать таким образом. Сделаем петельку, накидываем на голову и затягиваем. Расправляем. Это будут ручки. Здесь подбираем все. И можем вокруг ручки, голове по диагонали несколько виточков сделать. А потом под руками внизу. Одеваем тонкую полосочку. На голову. Сзади можно или завязать, или закрепить ниточкой. Вот этой же ниточкой. И закрепляем ниточкой. Делаем петельку. Теперь расправили все ручки. Все. Поэтому можно ниточку вырезать. Дальше делаем сами ладошки. Складываем треугольничек в серединку. Делаем загибы внутрь. Теперь ниточку вставляем в ладошку, в серединку, придерживаем пальчиками и делаем наводку. Также мы закрепляем ладошку. Можно сделать петелькой. Пальчиком придерживаем и затягиваем. Всю ниточку встригаем. Также следующую ладошку делаем. Внутрь вставляем треугольничек, делаем загибы, вставляем ниточку и делаем намотку. Несколько виточков
закрепочки. Так. Все поправили. Можно обстричь. Так. Нашему ангелочку еще нужно сделать крылышки. Берем маленький треугольничек, складываем его таким образом и делаем гармошечку. Эти крылышки подставляем сзади и приматываем сначала к голове, потом так же, как мы делали, наискосок от головы под руку. Теперь под обеими и в другую сторону по диагонали, чтобы получился у нас крестик. Закрепляем мы все это на голове. Ниточку можно взять подлиннее и закрепить ее на голове. Делать петелькой. Так, лишнее обстригли. Все, наш ангелочек готов. Можно его весить на елку или подарить кому-нибудь. Сейчас мы нашего ангелочка еще украсим. Берем или стразы, или пайетки. Вот мы будем стразами. Они у нас на липучках. Украшаем крылышки. И посередине можно прикрепить. Теперь у нас он, ангелочек, стал красивым. Вот такие ангелочки у нас получились. Можно делать просто из ткани, можно сделать из органзы, или из тюли, или даже из ватных дисков. Вот различные ангелочки бывают. Так что делайте. С праздником вас, дорогие друзья. Всего доброго.